Статистика данных Министерства здравоохранения за сегодняшний день такова. Зараженных коронавирусной инфекцией 3750 человек, выздоровевших 2908, 15 летальных исходов. Согласно информации, полученной от Министерства здравоохранения, сегодня в инфекционных стационарах остается 827 пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции. Все они находятся под медицинским наблюдением и получают соответствующее лечение по поводу коронавирусной инфекции. Согласно оценкам специалистов, состояние 9 пациентов оценивается как тяжелое, состояние 2 пациентов как крайне тяжелое. У нас в республике карантинные мероприятия продолжаются. Более 46 тысяч наших соотечественников находятся на карантине. Из них более 21 тысячи в стационарных условиях. К великому сожалению, мы в последнее время начали вас известить о регистрации пациентов с коронавирусной инфекцией среди общего населения. Это еще раз означает, что ситуация остается сложной. Каждый выход на улицу – это очередной риск к заражению. Поэтому без надобности не надо выходить на улицу. Если вам придется выходить на улицу, обязательно будьте в маске. Во время общения соблюдайте дистанцию. По возвращению домой обязательно полоскайте рот и нос с водой, обрабатывайте руки антисептиками. Необходимо будет нам всем помнить о том, что каждое наше неосторожное действие чревато серьезными последствиями. Поэтому будьте очень внимательны. Страновой показатель вылечившихся от COVID-19 превысил 2900 человек. Его дополнили данные за 2 июня. Плюс 49 узбекистанцев. В Ташкентской клинике научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний выздоровели от коронавирусной инфекции 5 наших соотечественников. 2 мужчин и 3 женщины. Самому старшему 54 года, а младшему 31. Среди них 3 человека из Ташкентской области, а 2 жителей столицы. Сегодня мы выписали группу пациентов, которые выздоровели, и отправили их на реабилитацию. В лечебном процессе использовались самые современные лекарственные препараты – последнего поколения, которые позволяют эффективно проводить лечение пациентов. Их достаточно. Своевременно было доставлено также диагностическое оборудование. Сейчас здесь у нас продолжают лечение 130 пациентов. Тем временем в клинике научно-исследовательского института вирусологии выписаны 2 человека. Один из пациентов – 63-летний мужчина. Он из Ташкента. Другой – житель Республики Казахстан. Ему 33 года. Теперь в профильном центре выздоровевших ждет реабилитация, после чего они вернутся к своим семьям, здоровой и привычной для них жизни. Таким образом, на сегодняшний день количество вылеченных от коронавирусной инфекции в столице достигло 1127 человек. А в Новоинской области прошли лечение от COVID-19 42 пациента.